приятно, что 1-0 проиграли. Приятно, но вот во втором тайме мы вернулись, 4-2 победили. Идем дальше к успеху. Так что поздравляю команду, тренера, болельщиков до следующей игры. Очень тяжелая игра. Ну, немножко ошиблись. Вначале нервозность присутствовала, потом собрались, ну и сыграли нормально, я так считаю. Спасибо. Дима, все-таки 5 минут хватает для того, чтобы совершить хороший поступок в игре, как ты считаешь? Да, хватило эти 5 минут. Я знал, я сидел уже весь на адреналине, думаю, ну когда же меня выпустят? И вот последнюю 5-минутку забил, как всегда, последний гол, окончающий. Пусть это станет традицией уже. Декорат, да. Ну вот. Спасибо. Кто, я не помню, кто мне там пас передал. Ну, очень хороший пас был. Фу, я из такой кураше, уж меня надражирует. Ну, победа, 4-2. Молодцы. Молодцы, браво. Игра хорошая получилась. И, соперник достойный. Было сложновато в первом тайме. Не было так, ну, напряженность немножко. Не было, может быть, настроя такого боевого, как в прошлый раз. Ну, потом... Первый закончился 1-0 в пользу соперника. Во втором собрались. Было видно, позиционная игра уже налаживалась. И ребята сыграли индивидуально больше. За счет этого забили пару голов. Ну и концовочку сильно отыграли. Поэтому всем спасибо и удачки. Да. Сегодня сыграл один тайм. Почувствовал левого защитника. Как ты почувствовал? Неплохо. Да? Неудобно. Неудобно. Но можно привыкнуть. Можно привыкнуть. Будем тренироваться. За команду рад? Конечно. Хорошо, спасибо. Саня, хорошо в опорной зоне было сыграно сегодня. Молодцы, отработали. Там не Рома потом подключился. Молодцы. Согласен. Какие вопросы? На что отвечать? Продолжай мою мысль. Ну что, сыграли хорошо. Мне кажется, лично я по себе чувствую, что все лучше и лучше с каждой игрой. Сегодня я даже, в принципе, отыграл 90 минут, и я чувствовал, что по физике я еще как бы мог. В конце пришлось побегать. Ну так что, результат есть. Пока идем хорошо. Вверх. Игра хорошая была, ну, удача повернулась, но во втором тайме так тяжело пока еще, после травмы. Был момент хороший у тебя? Момент был, но уже в последний момент, уже, можно сказать, не ждал мяча. Не, ну ты ударил, там падение. Удар вратарь же. Ну я в падении, потому что равновесия уже не было, но нормально сыграли. Конечно, тяжело было, ребята, физика получше у них. Все. Игорь, ты постоянно ходишь на игры, ты все-таки член команды, просто травмирован, но сам что думаешь о игре? Игра, конечно, первый тайм был неудачный, очень-очень наши ребята не привыкли, наверное, к траекту к настоящей игры. И мячик вообще не чувствовали, пинали его куда-то вперед-назад, вообще никакой игры не было первый тайм. Ну, как скажу, конечно, надеемся, что будет лучше в следующие разы на настоящем поле на траве играть. Но опять-таки сыгранности нет. У нас нет в команде сыгранности, ребята не понимают, куда кому отдавать пасы. И нету коммуникации никакой пока. Надеюсь, в дальнейшем будет лучше. И второй тайм сами видели, товарищи, наши соперники чуть-чуть сдались. Мы чуть посильнее были и торопились забивать голы. Ну и удачи в дальнейших играх. Спасибо. Да. Ива, в первую очередь хочу поблагодарить за то, что вы хорошо поддерживали. Молодцы, да, браво. Да, прекрасная игра. Браво. Сегодня команда сыграла в первом тайме. Ну так, скромненько. Но второй тайм. Второй тайм зажег баллов. Всех. Да. Доча всех зажег, да? Да. Очень интересная. Доча прекрасная зажег. Игра. Ну, как мы кричали, Совет Юнайтед! И передаю привет Вадиму Лопаеву. Все, давайте.